Ребята, всем привет! Сегодня 11 марта 2018 года. Погодка у нас прекрасная, плюс 11. Но над Анапой висят тучки. Дождя нет. По морскому побережью гуляют люди. Ветра нет. Море шумит. И мы вышли с женой поискать золотишко. Со мной сегодня 6 помощников. Моя супруга. Замечательная экшн-камера. Обалденный пинпоинтер. Рекламировать его не буду. Красненький такой. Лопата Фискарь. Ну и любимый прибор Xterra 705. Все это снимается на видеокамеру Sony. Итак, идем в море. О, монета. Опять убитая, ржавая. Короче, глубокие сигналы копать. Не знаю, есть смысл, нету. Очень глубоко на штык лопаты, монеты все убитые. Ни номинала, ничего не видно вообще. Опять монета. Опять убита. Вот прикол. Подошли к машине, где стоянка. Стали собираться, складывать вещи, так сказать, а тут целая россыпь монет. Эх, на пляже меньше собрали, чем здесь. Кто-то рассыпал из кармана, высыпались. Мелочевка. Вот так вот. Ну вот, ребят, наш полуторачасовой выход. Не считая той мелочи, которую мы нашли на стоянке. Вот такие вот делишки.